перекрестка немножко левее. Тишина 2.3 подтверждаю. Так, мужики, объявляю всем, я только что разговаривал со штабом 93-й. Компатом вот этим, блядь, который Моторолой ушкается. Так вот только что он ответил мне. На он не отвечать. Это так, чтобы вы понимали, что происходит в этом трубоебинстве, блядь. Тогда пусть этот пидорас, ебать, и везет, нахуй, блядь. Не дай бог, конечно, в это такое случится, ебать, наших пацанов домой, сука. Происходит неожиданный передок, переходит, и на охоте отвечают, раз такой выебали. Дырявый, блядь. Цей выродок нахалит тут у нас укол, блядь, и цепить тут усливается на целое зрелище. Сторона нарушила перемирие. Ребята, я вас поздравляю. Слышь, иди ты нахер, блядь, куда я отсюда вас пиздую, то это что, блядь? Нахер, это блин тебе не лист говорит сейчас, понял или нет? Я точно даже сейчас стою у нас поступлен, и в меня точно даже стреляют, блядь. Вау. Еще раз что ты сказал, блядь? Но тоже не такой Вася, как ты, понял или нет? Да, пацан, между собой. Успокойтесь. Мы все делаем одно дело. Поэтому ссориться между собой просто не стоит. Завтра будем с этой хуйней разбираться. Точка 2 плюс. Я просто что делать сегодня? Я могу больше постоять, понимаешь? Сплю. Да изменится. Ты что хочешь мне сказать, что я что-то могу понять или не понять? Я все прекрасно понимаю, все вижу и слышу. А я тебе ответил то, что сказали не со штаба только что. Ну так, значит, хай выйдут и все будет по баллам. Пройдутся по позициям. Вверху у тебя есть большие фаты для них? Хватит, слышь, возьма. А есть большие паперсы. Вас развели как маленьких детей, если вы повелись на этот раз. А в целом будет страдать не мы конкретно, мне насрать на что установим. А вот будет страдать не совершенно не будет, а немножко другая репутация. Так застрой на эту репутацию, когда моя жизнь на кону стоит. Так а ты ради своей жизни здесь стоишь или ради репутации страны, блядь? Если ты за свою репутацию, блядь, страдаешь, так, кстати, сложи оружие, блин, и иди домой. Смотри за свою репутацию, а мы тут стоим за своей жизни, жизни своих детей и жен, блядь, и твои дома, блядь. И пиздеть нам дырявых, блядь, нехуй. Так вот в том-то и дело, что ты за своих детей, за своих жен здесь стоишь, и я точно так же здесь стою. Только они живут, к сожалению, вернее, к счастью, в этой стране. И эта страна должна быть нормальной репутацией.
Азов, границ спрашивает, у нас есть хоть один танк, который стреляет? Как принял? Да, Мишка только что разрядился, готов. Как понял меня, прием. Мишка один? Да, Мишка один. Я тебя принял. Гранит, гранит, я Азов. Да. А ретро говорит, что Мишка один умеет стрелять. Давай его сюда. Мишка один, Мишка один, я ретро. Граниту на высоту, как понял меня, прием. Понял, понял. Давай, подведи. Мишка один, я гранит, прием. На приеме. Выходишь из-за посадки, поворачиваешь налево. Посреди поля будет стоять солдатик. Он покажет, что делать. Принял. Мишка 2, Мишка 2, я ретро даю. На приеме. Становитесь на свою позицию, устраняйте неисправность. Прием. Где тут? Это вы, Таровский? Да, да, ТВ. Так на свою старую позицию становитесь и устраняйте неисправность. Как понял меня, Мишка 2? Ретро, ретро, я гранит, прием. Гранит, я ретро, прием. Инженер вернулся? Нет, доповеди не было. Мишка один, я гранит, прием. Ты видишь его? Мишка один на приеме. И цель видишь? Цель не бачу. Не бачу, бачу ориентиры, цели не бачу. Так спустись ты, блядь, вниз, на 300 метров еще съесть. И стой, блядь, на месте. Сейчас пристрелят тебя нахер. Есть 300 метров вперед. Мишка, Мишка, 55-й прием. Мишка, ты на приеме. Ты бачишь, слева от горба высокий столб такий посеред села. Про який горб кажеш, не бачиш, який горб. Все село, справа от села горб. І слева почти зразу самий високий столб на селі. Бачу, бачу, там біля нього якась мутка. Оце під цим столбом слева, план, бачиш? За цим столбом слева бачу якусь, якесь строєння. А ти чуть лівее бачиш, що поле виділяється? Бачу, виділяється жовте поле і зелене бачу. Слева от столба, то поле, одна висока, то поле. Погод два, погод. Так, ну-ка заткнули. Мишка один. Я, блядь, еще раз говорю. Ориентир две баски. Две водонапорных баски. Справа, внизу, под ними. БТР. Вот цель. Ее уничтожить. Я гранит, прием. Прием. Пустое? Да. Мишка, Мишка, я гранит, прием. На приеме. Ты видишь, блядь, вообще село то? Бачу башни, бачу поле строения возле высокого столба. Так, стой, стой. Открой люк, вылези на улицу. Я на улице. Районе 251, сейчас мой наводчик его побежал, сейчас покажет. Закопанный пулемет. Видишь его? Повтори, гранит, не приняв тебе. Пулемет видишь закопанный? Пулемета не наблюдаю. Вон, сзади тебя солдатик бежит. Сейчас он залезет. Скажи ему, чтобы он показал тебе, где забава стоит. Едь к забаве. Мишка, ты видишь, где забава стоит? Не, не видно, надо встать назад, мы сейчас назад стоим. Блять, спроси у солдата, где забава стоит. И едь туда, к забаве. Сел два кардана. Сел два кардана. К вам? Мишка, Мишка, я гранит, прием. Гранит забавил. Да. Я, блядь, машину вот тут руками и ногами на дороге напротив него стою. Оттуда хуя-то пишет. Мишка, Мишка, я гранит, прием. Я на приеме. Ты видишь две водонапорные башни? Не здание, блядь, с огромной вышкой, а две водонапорные башни. Мишка, ты их видишь? Мишка, ты их видишь? Вижу, гранит, вижу, подожди. Мишка, я гранит, прием. На приеме. Скажи мне, блядь, что ты видишь, пожалуйста, скажи, что ты видишь?
51, я гранит, прием. Блять, сядь к нему на броню и проведи его к забаве. Запала, я гранит, прием. На прием. Разобрались, показали. Целится, да? Рэп разобрали. На прием. На 4 часа наблюдаю там. Азов, выходи. Азов. Азов, Азов, я крабочек. Азов на приеме. Вижу там, на 4 часа. Какая дальность? Нет, разбора, где наша колонна? Водится там. Ну правильно, краб, смотри за ним, это наши идут, блядь. Это наши идут, их должно быть.